На послание апостола Павла к римлянам. Постоянно слушая чтение посланий блаженного Павла каждую неделю дважды, а часто три и четыре раза, когда мы совершаем память святых мучеников, я радуюсь, наслаждаюсь духовную трубою, восхищаюсь и воспламеняюсь желанием, узнавая любезный мне голос. И мне почти кажется, будто он является и присутствует предо мной, я вижу, как он беседует. Но с другой стороны, я скорблю и сокрушаюсь тем, что не все знают этого мужа так, как должно знать. А некоторые находятся в таком неведении, что не знают ясные числа его посланий. Это бывает не от недостатка учения, от того, что не хотят постоянно беседовать с этим блаженным. И мы то, что знаем, если действительно что-нибудь знаем, уразумели не при помощи природной способности и остроты ума, но вследствие того, что постоянно были близ этого мужа и ревностно прилежали ему. Любящие знают дела любимых больше всех остальных, так как поистине заботятся о них. И блаженный Павел, показывая это, говорил к филиппийцам: «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования». Филиппийцам 1:7. Таким образом, и вы, если желаете с усердием внимать чтению, не будете нуждаться ни в чем другом, потому что не ложно слово Христа, который сказал: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Матфея 7:7. Но так как у нас большая часть собравшихся здесь приняли на себя заботу о воспитании детей и о жене, попечение о доме, и вследствие этого не могут согласиться на то, чтобы всецело предать себя этому труду, то, по крайней мере, постарайтесь принять собранное другими и уделите слушанию того, о чем здесь говорится, такое же большое внимание, как и собирание имений. Правда, хотя и стыдно требовать от вас одного только этого, но будет приятно, если вы и в этом не откажете. Ведь отсюда, от незнания Писания, произошли бесчисленные бедствия. Отсюда произросла великая зараза ересей. Отсюда нерадивые жития, бесполезные труды. Потому как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза пред сиянием апостольских глаголов. Ведь язык апостола Павла воссиял ярче солнца. Он словом учения превзошел всех прочих и получил обильную благодать Духа, так как больше других потрудился. И я утверждаю это не на основании только посланий, но и деяний. Если где-нибудь был удобный случай для проповеди, всюду предоставляли ему. Потому даже неверующие называли этого апостола Гермесом за совершенство в слове. Поэтому со всем прилежанием позаботимся о собственных членах, чтобы, наставляя ближних своих страху Божию, мы и здесь насладились полным спокойствием, и там сделались участниками бесчисленных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.